Обычная, казалось бы, простуда закончилась гибелью двухлетнего ребенка. Мы не можем понять, что случилось с ним. У нас здоровый ребенок был. Как? От чего он умер-то? Ему было сделано все, что в наших условиях не понимали. Мы что не сделали? Но здесь педиатр был сильен. Здесь участвует. Да ладно, педиатр! Как повело работать? У него только одни смертности. Следственный комитет ведет проверку. Подробности в программе «Кстати» в 7 вечера на телеканале Че.